Меня зовут Марьяна Володина, и я создатель Академии «Человек-творец». То есть я живу по всему миру, и у нас филиалы везде. И я думаю, что это тоже все благодаря школе, которую мы закончили уже 20 лет назад. И как тут правильно сказали, вживляют чип знания, чип любви к Швеции, потому что любовь к Швеции у меня осталась бесконечной после этого. А спасибо Людмиле Васильевне, которая меня сюда привела, и я бесконечно счастлива, что она у нас есть, что благодаря ей фактически тоже эта школа появилась вообще в России. Я помню, что когда мы учились 20 лет назад, школа выпускала книги, мы зачитывались книгой Ричарда Брэнсона. И там так красиво было все описано, как он создает компании, потом какой у него появился остров, как он оттуда вещал, прямые эфиры. И это казалось таким нереальным, что ну вот где я и где Брэнсон, понятно, что это как до Луны. И сейчас, когда я наблюдаю за своей жизнью, когда я тоже покупаю остров, когда мы там ведем семинары на Бали, когда мы делаем открытие компании, когда вот ребята делают все то же самое, мы поняли, что путь такой большой пройден, и старт, куда идти, наверное, заложен школой. То есть нам показали такие вершины внутренней свободы, что мы можем достичь чего угодно. Если 20 лет назад купить остров, но это было как слетать на Луну, нереально, то сейчас для меня это реальная обыденность. Живя на Бали, я смотрю на острова, которые я хочу купить для своих филиалов. То есть вот нам показали те высоты, куда можно стремиться. И спасибо за эту школу, что она вообще есть. Той команде, которую я вот открывала, той команде, которая сейчас, Павлу, Анечке и всем остальным. И на самом деле вот главный капитал — это, конечно, выпускники в том числе. Преподаватели, понятно, что это капитал, но выпускники, все ребята, у которых я у каждого чему-то научилась, вот как. Каждый, кто был с нами в группах, это огромное им большое спасибо. И вот сказали про Open Mind, и я недавно в Испании открывала фестиваль Open Mind Fest, где мы собрали всех лучших духовных учителей современности, и тоже это была большая презентация. Open Mind, наверное, это то, что нам вживляют здесь, свободное сознание. Свободное сознание, вы вправе двигаться после школы туда, куда вы хотите. Это великий капитал, который будет с вами. Свобода, радость и все возможности, которые только возможны. Они бесконечны, и вы друг друга поддерживаете, поддерживая, будете еще встречаться много-много-много лет. Спасибо огромное школе.